Рома, помогай держать! Ты слышал? Кто-нибудь, помогите! Как тебя спасти? И куда делась Помни? Я ничего не знаю, спроси у своих подписчиков. Может, они помогут спасти меня? Друг, скорее ставь лайк, если смотрел первую серию про удивительный цирк. Хелпика из этой игры! А пойдем взглянем еще раз в цирк. Может, что-нибудь изменилось? Хелпик, есть какие-то новости? Спроси, что нам сделать, чтобы его спасти? Как нам быть? Как тебе помочь? Так просто вам не вернуть Хелпика. Вы должны отправить что-то взамен. Что, например? Здесь очень скучно, нечем играть. Точно! Пап, вы же не подготовили подарок на Новый год? Откуда ты знаешь? Да я случайно послушал ваш разговор. Да и вообще не важно это. Пора Хелпика спасать. Ну ладно, сейчас принесу. Давай быстрее! Вот, твои подарки. Вон, Хелпик, смотри! Флипсерс и их огромная коллекция. Сплетсы, собери всю коллекцию головастиков. Стрейчи Палс и их удивительная коллекция. Слепсерс, собери всю коллекцию из 7 героев. А еще их можно протестить. Их можно растянуть. Ого! Или стать самым модным. Устроить забавные игры. Пап, лови! А какие игры? Например, челлендж, кто лучше растянет Stretch Balls. А с плетцами можно поиграть как снежками. Смотри, какая стрекоза. Так это же браслет от Distress. Давай, бросай. Лови. А это что за шарик? Так это же Флипсерс, герой, который живет в своем домике. Супер, мне понравилось, отправляйте. Ну как мы отправим игрушки в виртуальный мир? Точно, я вспомнил. Хелпик же попал в виртуальный мир именно через очки. Рома, помоги! Папа! Сейчас, погоди! Стой, Джакс! Джакс всех обманул! Я постараюсь найти Хелпика с игрушками! Я помогу тебе! Пап, перед тобой огненная полоса! Прыгай на кубики, но знай, у тебя всего 3 жизни! Будь аккуратней! Дальше твоя задача — лопнуть все шары! Супер! Это было несложно! И последнее! Перед тобой 3 двери! В одной Джакс с Хелпиком! Во второй лев! А в третий динозавр! Я выбираю вторую дверь! Пап, у тебя осталась одна жизнь! Не ошибись! Ладно, выбираю третью дверь! Вот ты и попался! Супер! Возвращайтесь домой!